Ресурсный центр всемирного культурного наследия организует международный волонтерский лагерь ЮНЕСКО на базе объекта всемирного наследия Болгарского историко-археологического комплекса. В целом волонтерские лагеря ЮНЕСКО достаточно редкое явление для России. Их всего проводятся 4 или 5 мероприятий в год, и в основном они на объектах природного наследия. Для нас большая удача, что наш проект был отобран Центром всемирного наследия ЮНЕСКО, что он проходит на объекте культурного всемирного наследия Болгарский исторический археологический комплекс. Отличительная черта таких лагерей в том, что волонтеры учатся, как правильно работать с объектами культурного наследия на практике. Вместо каких-то обучающих занятий в классе, они делают это своими руками, что, конечно же, значительно эффективнее. Волонтеры будут задействованы в археологических раскопках, реставрации археологических артефактов, работе с посетителями музеев, заповедника. Цель нашего волонтерского лагеря в Болгаре – это продвижение волонтерства на объектах культурного наследия в Республике Татарстан. Отбор был очень жестоким, я бы сказала. Мы получили около 65 заявок со всего света. Конкурс на российские места для российских волонтеров был 3-4 человека. Отбирали в основном по заинтересованности в занятии как раз-таки культурным наследием и по знанию английского языка. Это очень важный момент, потому что вся деятельность лагеря, рабочий язык будет английский. Аурелия Сташкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.